Через тернии к саду. В микрорайоне Рождественске началось строительство детского сада. А ведь изначально нужно было собрать подписи дольщиков о том, что они согласны на новое дошкольное учреждение. Откликнулись не все, вопрос решали через суд. Мэрия спешила, чтобы попасть в федеральную программу Минстроя. И не зря. Ведомство выделило более 80 миллионов рублей на так называемую коробку здания. Для завершения строительства на будущий год Иваново планирует попасть в программу Минобра. В этом году мы начали строить детский сад по программе стимулирования. Программа это Минстроя. К сожалению, полностью детский сад мы за федеральные деньги построить не сможем. И мы будем в сентябре претендовать на то, чтобы войти уже в следующую федеральную программу Министерства образования по строительству детских садов и яслей. Соответственно, я думаю, что все у нас должно получиться. Сад рассчитан на 240 мест, 68 из которых для ясельной группы. Здание трехэтажное со специальным лифтом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас начало строительства. Буквально неделю назад был подписан контракт по итогам аукциона. Вот в данном случае начинаем разворачивать строительную площадку. Она уже, в общем-то, готова. Ставим башенный кран и начинаем закладывать фундамент. Задача до конца этого года – поставить коробку с крышей и окнами, подвести коммуникации. Сад запланировано открыть к концу следующего года. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.